Всем привет, это Inspire. В этом видео я хочу поделиться с вами небольшой историей о том, как создавался трек The Rest of Your Life. Это было действительно классное приключение. Я надеюсь, вам понравится. Короче, мы на студию пришли. Вот так вот. Я блогер. Потом решим. Итак, надо будет каждый голос по два дубля. Ир, скидай налево, направо. Я в подвале забыл кое-что. Случае исправлю потом. Класс? Да. Успех. Красавец. Как в фильме Нолана. Йоу! О, привет! Что делаешь? Нормально, сейчас вот над треком сижу, работаю. А ты где? Я в Ашане затариваюсь продуктами. Я тебе с демо там скинул в телегу. На почту гитару записал, все как что. Ага, хорошо, чекну сейчас. Эксклюзивного миксу. В итоге на видео видео хотят. Круто. Надо будет. Этот луп никогда не остановится. Так и чё? Ну, можно засветить там много всего. Я вот думаю, как раз-таки на той крыше можно и снять, которую смотрели. Вот этот трек у тебя готов? Да, был? Там место охеренное. Этот трек... Ну, я думаю, да, на самом деле. Единственное, что по этому, по вокалу что делать. Потому что все, что есть, это пока что... Не туда. Инструментал. Ну так, скучноватенько. Маша? Да, что-нибудь старенькое. Что-нибудь известное прям. Чтоб прям сразу пыли. Yeah.
разговаривал с Квентином. Он сказал то, что они готовятся к записи Tomorrowland и спрашивал про новую музыку. Ну, крутяк. Круто. Можно, я думаю, как раз кинуть Токио. Ну, да, это единственный вариант сейчас. Они просили всю инструментальную, я думаю, то, что можно скинуть как раз-таки инструментальную и масштаб, так как хорошо звучит. Ну да, да. И нужно это сделать типа до вечера. Ты сможешь там все вывести? Ну, я как раз сейчас проработаю и через часик-два, думаю, пришлю. В общем, мы упустили очень важный момент в этом видео. После того, как я отыграл трек вместе с топлайном Кэрин, мы поняли, что это тот самый голос, который нужен этому треку, и написали ей. Она ответила нам, я был очень рад, и так появился The Rest of Your Life. Hey. Hello. Yeah. Hey. Nice to meet Hi. You, Karen. Nice to meet you too. So, just listening to your topline. On the track, and it's crazy. I really love it, and it's crazy to work with you on a collaboration. Yeah, I mean, it's great. I like the track as well. As I said to Vlad, I've been after Tokyo by Night. I have been offered so many tracks of that kind, you know, and people who've been, but I haven't done one. This is the first one I do after Tokyo by Night. When I listened to it, because I was out walking with my son, he's just 4 months. And, you know, immediately I could hear what was going to go on. And I wrote the song to him about his future. Can we maybe change a little words in a second verse? I mean, you seen and... This is the rest of your life. So this part, when I don't know the words, maybe we can change this in the second verse to make it sounds different, maybe just like this. Yeah, I agree. I mean, I can try that. And if we it, we can change it. If we don't like it, we can just keep it as it is because we've got that line anyway. Yeah. I'll jump on it as soon as possible, and it shouldn't be too difficult to change those lines. It should be. I'll come up with something. It's inspiring. So. Oh, okay. Okay. See you soon. Take care, man. See you later. Bye. Bye. This is the rest of your life. You're destined for places no one's ever been. Йоу, сегодня день релиза. Я очень рад, что этот трек наконец-таки вышел. Спасибо вам за вашу теплую поддержку. Это действительно очень круто. Мне не терпится отыграть свою музыку для вас лайвом. Я надеюсь, что это видео вам, правда, понравится. Буду ждать фидбэк в комментариях. Надеюсь, что мы скоро увидимся. Bye!